Мне кажется, действительно, в первую очередь надо навести порядок вообще с и определенное единообразие в оплате услуг ЖКХ. Потому что, ну вот, так, платя там за трехкомнатную квартиру, где-то около 3500 за все услуги, да, я тем не менее слышу в Москве, тем не менее слышу, что где-то в регионах, где действительно люди и зарабатывают меньше, чем в Москве, там платят по 8, по 10 тысяч в месяц. А почему, собственно говоря, они что, какие-то другие услуги получают? Им что там это самое, по утрам приносят кофе в постель, что ли, ЖКХ? Нет. Значит, за те же самые услуги люди явно переплачивают. И может быть, в первую очередь поэтому накапливаются такие долги у людей, а не потому, что они злостные. Хотя бывают и злостные, будем прямо говорить. Пьяницы, которые годами не платят даже, так сказать, небольшие суммы. По-всякому бывает. Но, тем не менее, надо как разбираться действительно с этими злостными неплательщиками, но надо разбираться и со злостными вымогателями в лице многих вот этих структур ЖКХ, что является фактом.